Еремин Вячеслав Вячеславович, 01.04.76 года рождения, уроженец Краснодара. Я Иванов Сергей Анатольевич. Хочу передать большой привет в военкомат. Командиру батальона «Неман», командиру роты «Лес». Огромный привет командиру роты «Халве». Министерство обороны. Нашему командованию, которое нас очень сильно кинуло на мясо. Пушилину. Ничего не объяснили, проинструктировали старшего и отправили на убой. Просто на убой. За что он так с нами? Мы ничто для своей страны, получается. Наша страна не борется за своих людей, а просто гонит нас на убой. Я пошел как слепой котенок туда. Им на нас все равно. Главное, чтобы они в теплом месте сидели, кушали, пили, ели. А на нас им все равно, какие там 200-е, 300-е. Все так красноречиво рассказывают. То, что все в порядке, и все будет у вас и в семье, и везде все прекрасно и удивительно. Но когда мы попадаем сюда, и наши командиры нам говорят впрямую в лицо, то, что вы все 200, но мы еще живые, находимся в здравии и здоровье, и не понимаем, что думать в голове после этого, это просто... Ну, это наебали нас. Просто наебали. А уже выхода назад нет. По-русски это называется блядство. И за это, я думаю, кто-то должен отвечать. Сколько там полегло по такому хаосу, по такому бардаку. За это кто-то должен ответить. Ну, бывало и нормально, бывало и в подвал закрывали, бывало и на деньги ставили. И теперь в этот раз я буду умнее. Очень умнее. Буду делать красивее. И не буду я вас слушать. Вы очень много плохого сделали мне, для меня. Я пострадал очень много раз. У меня сейчас все тело в осколках. Просто из-за того, что кому-то захотелось, чтобы я посидел в этом ебучем окопе. Я не хочу больше здесь сидеть. Не хочу. Нас кидали на мясо, уже много погибших. Зачем вы нас обманывали? Посоветую, и кто пойдет в военкомат, если вам так же будут обещать, не верьте им. Потому что это все вранье. Сюда приедешь, у тебя уже назад пути нету, тебя будут посылать, куда они захотят. Ты уже с этим ничего сделать не сможешь. Тебя через границу не отпустят. Все. Ты уже в ловушке, ты уже хочешь не хочешь, ты уже будешь выполнять действия, те, которые они тебе говорят. Так что я не советую вообще никому идти сюда. Все военкоматы, все военкомы и все, кто говорят, то, что все прекрасно и удивительно, это все неправда. Нельзя этому верить. У меня не было в мыслях, что они обманут. А оказалось уже, когда я понял, что обманули, но это уже поздно. Понимаете, когда я уже, получается, вообще в другой стране нахожусь. И уже у меня выхода нету. Через границу меня никто не пустит. Я даже не знаю. Все парни уже поняли, что мы смертники, и назад домой никто не вернется. Я увидел то, что действительно моя жизнь ничего не значит. Когда идешь по лесополосе, по боевым позициям, и лежат вокруг 200-е, лежат, их едят черви, мухи, и никто их не забирает, не собирает домой, не отправляют. Просто лежат и гниют. Они все умерли. Погибли все. Все погибли там. Это называется геноцид народа. Рано или поздно нас убьют. Все мы сдохнем. В лучшем случае тело вывезут и дадут родне похоронить. В худшем случае где-нибудь бросят, скажут, пропал без вести. И все. А если пропал без вести, это не выплаты погибшим семьям, ничего. Это что жил, то и даром. Когда взяли в плен, парни добросовестно вообще себя повели. Оказали медицинскую помощь, дали попить и сигарет дали. Просто им хочу сказать спасибо большое, что дали выжить. Просто по-человечески отнеслись. Никакого нацизма не было с их стороны. Даже просто обычную чапалаху даже не дали. А наши обстреливали с миномет по нам же. Это вообще люди рады. Это, мне кажется, не люди. Здесь когда по своим стреляют. Вон там здесь по чужим стреляли даже. И то ваши оказали первую медицинскую прямо в окопе в этом. Показали, да, что они люди.